Мариуполе окончено проведение антитеррористической операции. Об этом сообщил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Операция в Мариуполе окончена. Потери террористов пока не подсчитаны. Много. Захвачено 40 террористов у наших батальон «Азов». 4 раненых, сообщил Семенченко. Вместе с тем, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что одновременно с АТО в Мариуполе вооруженные силы Украины, Госпогранслужба и Национальная гвардия идут боевым маршем с целью полного перекрытия госграницы с Россией в районе прорыва. Вчера пройдено около 120 километров, захвачено около 10 КАМАЗов террористов с вооружением. Разбиты опорные точки. Операция на границе продолжается, сообщает Аваков.